Отличное здесь место, по-моему, для тира. Для оттачивания своих навыков стрельбы. Хедшот. Так, нет, с тобой я лично разберусь. Дропнул осколок. Это качал я пику все-таки до плюс 10. Я думаю, она того стоит. Осталось еще два куска. Значит, еще сможем две пушки до плюс 10 докачать, как минимум. Одно из них наверняка будет двуручный меч. А вот второй пока даже не знаю. Арбалет качнуть. Я в последнее время все больше думаю о изогнутом мече дракона. Я им не пользовался никогда. А судя по скиллам, он должен быть очень даже хорош. С от ловкости и Б от силы. Если я его буду использовать, значит придется качать до 40 ловкости. А значит, видимо, профитнее уже будет лук использовать. Черный лук охотника, например. Теряюсь в догадках. Зато арбалет можно свободно с одной руки использовать. Это очень удобно. В этом его несомненный плюс. Так, еще одна ароматная ветвь. Снова гавлан. Почему нет отравленных болтов? Несправедливость. Можно ножей закупить. Все, сейчас он переедет к себе на постоянное место жительства. Там будет продавать в неограниченном количестве все свое добро. Здравствуй, Форлорн. Давно не виделись. Впереди. Колдуни-то.
Отлично, двух попаданий даже не в башку хватает. Это очень удобно. А раньше здесь два здоровенных мужика стояло на входе. Их было очень удобно фармить. Вспомнил, есть же еще парный клинок из красного железа. Он может зайти на смену копью Сантера. Правда, он скейлится уже от силы. Придется качнуть и силу, и ловкость. Ладно, посмотрим. На тебе под хвост. Одна ящерка утопилась. Так, подлечимся. Завалим еще одну ящерку. Сходим налево. Кстати, теперь мне нужна моя пика. Откройте. Спасибо. Давай, покажи свой лучший удар. Как-то странно. Эй, вы раньше не кидали шарики вниз, я точно помню. Раньше можно было под ним спокойно стоять. Я, кстати, думал, что он шутнет, но... Не случилось. Ну давай, кидай уже. Что там встал? Спасибо. Душа, старая пика, старый щит. Это все такое себе. Средней полезности, скажем. Мне яда уже, по-моему, целая пачка. Так, и еще раз налево. Ждем, пока яд дотикает.
прям очень близко. Что-то бэкстап не случился. Чему-то. Так, здесь все забрали на первом этаже. Фомиамы, фомиамы. Может мне какое-нибудь колдунство себе запилить? Снизить требования там до 6 интеллекта или веры. Правда, у меня слотов нет под заклинание. Смерть впереди. Ну да. Знаем, проходил уже как-то через это. Забираем последнюю ящерку. Под хвост. Только не падай. Спасибо. Самому упасть, но не сейчас. Одного из арбалета снимем. Не хочу сразу с двумя сражаться. Есть некоторая вероятность того, что смогу увернуться от одного из шариков. Странно, кстати, что нельзя отстрелить вот этого типа, который у него на спине сидит. Жаль, что нельзя отстрелить эту ведьму. Мне просто не видно отсюда. Может, второго отстрелить? Причем ему все равно, куда попадать. Хоть этому в голову. Он всегда одинаковый. Попадаем сюда. За душой и... еще один фомиан. Человеческая фигурка. Как бы меня тут огнем не накрыло, когда у меня хп будет мало. Вот, кстати, кусок титанита еще один. Это значит еще одна штука до плюс 10. Катана.
можно в Ковенант вступить. Не помню какой. Давайте посмотрим. Ах, ну да, Санбро. Восславь солнце. Обязательно восславлю как-нибудь. Но ему можно не помогать, он сам дотекает теперь. Любят они себя травить здесь. Чуть урона не хватает. Постоянно не хватает чуть-чуть урона. Так это проклятие уже. Так, там снизу осколок фляги. Вроде бы должен быть. Или это было в оригинале? Не навелось. Еще один мян. Так, здесь, по-моему, достаточно просто бежать. Мне не нравятся такие моменты. Прыгать вроде бы не нужно. Судя по количеству пятен крови, тут многие сомневаются в том, что нужно здесь делать. Да, бежать достаточно. Там ловушка в полу. Я не помню, он ее активирует или нет. Понятно. Уникальные мобы, по-моему, только здесь у них эти когти, которые они могут дропнуть. Все остальные они с такими. Осколок титанита и тяжелый арбалет плюс 3. Так ведь? Да. А! Сейчас бы завтыкал, получил 3 арбалета в лицо, и все. Скорее всего, на этом бы все и закончилось. Так, теперь нужно туда. Тоже просто бежать.
здесь кольцо защиты. Это яда. Да. Это раньше здесь осколок фляги лежал. Где же он теперь лежит? Не помню. Эй, толстый. Слегка накапало. Я думаю, мне 4 бутылок хватит, чтобы с боссом разобраться. Он не очень опасный. А еще, если я правильно помню, он уязвим к колющему оружию. Блин, вот поэтому я и говорю, что эта локация стала сложнее. Мобов расставили в самых... интересных местах. Не дамажат, всякую гадость делают. Почти ведь убил. Факел. Отлично. Явно оно того стоило. Все-таки использую обмазку. Чуть еще большего ускорения процесса. Чем использовал? Вообще, здесь можно... Этими болтами не разбить, да, нужно большие. Можно жмуриков наскидывать. Он будет их жрать. Не обращать внимания ни на что. Правда, по нему в этот момент намного меньше урона проходит. Но, тем не менее. Целых 4 штуки. В общем, дать ему пожрать. Тебя устроить 40 тысяч.
сходим, качнемся чуть-чуть. Уровня на 3 должно хватить. Сила, нужна ловкость. Ну, начнем с силы. До 28 и можно большой двуручный меч использовать полноценно одной рукой. Давай, давай. О, ха-ха. Да. Отличное начало. Купания не пошли на пользу моему здоровью явно. Ладно, попробуем смешаться с толпой, значит. Все такие зеленые. Может, за своего примут. Умру еще не раз. Здесь куча всяких прыжков, прочего. Так, запилите мне мои огненные. А вот другое дело. Где еще? Кого я забыл? А, ничего себе ты! Вы видели это, видели? Аж надо таким везучим родиться, а? Башку попал. Может копье интересное упасть. Так, вот сейчас будет неприятный момент. Появление.
да сё. Фух. Вот это мне не нравится в этом, в этой пике. То, что после удара тут несколько шагов вперед делается. Так, пика. По-моему, она очень длинная, и это главное ее достоинство. Там, по-моему, фальшон ядовитый. Не особо интересная штука, чтобы за ней спрыгивать. По-моему, ты здесь не один. Никого нет, странно. Когда первый раз проходил, я даже не знал, что можно поджечь жернова. И как же у меня просто бомбило от боя с этой королевой Митой по колено в луже яда. Сколько раз я там умирал? Просто не сосчитать. Когда я к ней там бегал, у меня даже вся дорога была потом пустая, потому что я столько раз их наубивал, что они больше не появлялись. Вот здесь лучше их снизу доставать. Иначе они там прыгают втроем, и это... Как не попал-то? И это практически гарантированная смерть. Так спокойно, без нервов. Теперь здесь никого не стоит. Раньше тут за стенкой тусовался один. Вот здесь вот залезаешь, и тут втроем они выпрыгивают. И практически сразу раздербанивают в хлам. Ничего не сделать. Так, там сразу к боссу. Еще немного погуляем.
Странная стрела. Сразу так тихо стало. Сиди там. Всех расстреляю, один останусь. Так, один убежал. Стрёмно на самом деле к ним подходить. Ближний бой. Там если влетит весь этот веер огня. Можно и не унести. Так, он же с ловушкой. Да. Камень. Жилетка. Где кольцо? А, волшебница. Отсюда комбу подставился. Думал, что успею ударить и перебить ему атаку, но нет. Тебя я здесь тоже забыл. Прости. В общем, засады здесь теперь на каждом шагу. Там тоже что-то достаточно бесполезное. Он же хитрый. Он своим щитом даже колено прикрывает. Не знаю, как так у него получается, но получается. Здесь можно вниз спрыгнуть. Там Пейт должен внизу стоять. Рассказывать о сокровищах местных. А, сейчас наверняка откинусь с этим прыжком. Попробую один раз, не получится, но не буду повторять. Душа и алая вода, да. Лучистый самоцвет жизни, ну... Полнейшая хрень. Бесполезнейшая. Ну там снизу. Этот самый фальш он лежит, или палаш, или что-то такое. Палаш вроде бы отравленный. Так, теперь еще обратно нужно как-то. Пожалуй, еще даже сложнее, чем сюда. Может проще на косточке улететь. Хотя ладно, терять-то все равно ничего. 5000 душ. Спасибо. Ненавижу, блин, прыжки. Из алой воды. И какой-то души слабой. Не повторяйте моих ошибок. Не ходите туда. Я удостоверился, там точно ничего нет.
До Пейта еще дойдем. И до торговца лестницами. Там мерцающий титанит можно достать. Ну блин. Неудачно. Снова сюда. Еще разок. По-моему, за них должны намного больше опыта давать. Учитывая, насколько они мерзкие типы. Кнопка. Тяжелая стрела души. Нашел сокровище, Пейт. Well, perhaps you're more. In any case, the treasure is. I prefer a more cautious. For instance, now, the poor bloke must. You be careful too. Если бы я его вызвал на бой с последним гигантом и он там выжил, он бы сейчас отдал мне свое копье и снаряжение. Но, увы, ах. Так, теперь куда? Сюда спустимся еще. Блин. Круг сделал. Слегка заплутал, похоже. Так, вот здесь я расстрелял этих упырей. Да, вот мне сюда. Открываем дверь, чтобы сразу был проход к костру. Shush. I'm on the run. You're a fugitive. Yeah. It's got. You want to climb? I can let. But, why, yep. Have you no gratitude? I let you. All right. Я бы мог туда упасть с кольцом кошки. Но мне потом лень возвращаться обратно будет. Через низ бежать. Go on ahead. I want.
Можно у него когти закупить. Сейчас он, кстати, все дешевле продает, чем потом будет. Что, возможно, именно сейчас и имеет смысл закупиться. Правда, у меня не на что. Все потратил. Камень мерцающий титанит. Теперь два куска титанита. Нужно еще два. Если задаться целью качать дальше копье. Сантира, которая... Еще одна нычка есть. Для этого нужно лифт поднять. Всего лишь с душой. Все, теперь можно ближе к боссу продвигаться. Раньше прямо здесь две этих магички стояло. Их удобно было стрелами в бочке с ядом толкать. Блин, ты откуда? Почти поймал на эффекте неожиданности, а? Стоишь себе, значит, целишься в глаз волшебницы, а никого не трогаешь. Вдруг эта хреновина появляется. Ну ладно, костер близко. Сейчас дотянем как-нибудь. Так, а где фантом? Должен был здесь стоять. Еще нечто окаменевшее. Точно пора к воронам идти. Так, ну ладно, нужно смириться с тем, что я уже отравлен. Вроде бы можно воду пустить, которая лечит. Правда, какой в этом смысл? Да, бесцельность. Здесь мимик. Я ведь правильно понимаю, ты же мимик.
одноручий рабочий крюк. Так, ну и все, теперь можно к боссу. Там два этих стража. И еще убийца этот может прибежать. Кстати, и копье. Ведьма решила прийти. Видимо, потерялся. Но арбалет мне вряд ли пригодится. Можно как вариант щит взять. И не помню, как отклоняться от ее атак. Ладно, будем вспоминать. Вонился. Это халява. Она башку свою кидает. Блин, ну да, выстрел. Давай выпад. Захват. Я, кстати, не помню, что она меня захватывала когда-нибудь. Сейчас будет хилиться в еде. Щит не пригодился. Что ж, заунила меня только гравитация. Все, идем качаться. Bearer of the curse.
Все, 28 силы. Можно качать меч. Так, ну, я подумаю над этим. Качать ли его? Кстати, возможно, не хватит. А, нет, 7. 7 штук вполне хватит. Так, на этом все. До новых встреч!